семантика рифмы в цикле Цветаевой двое. А вы с этой или без этой? Со стежками? Да. То есть раздаете? Да. Где? Пущу. Пожалуйста. По одному возьму, да. Остальное пустите. Я буду говорить вот о первом стихотворении Цветаевского цикла, который у вас в распечатках. Еще громче. Да, о стихотворении «Есть рифма и в ней весел». Это стихотворение было написано 30 июня 24 года, оно посвящено Пастернаку. Оно было отправлено к нему в письме, и Цветаева потом упоминает об этой отправке, хотя письмо, видимо, это до нас не дошло. Цветаева, как известно, вела активную переписку с Пастернаком за год с лишним до того, в феврале-марте 23 года. И с тех пор обстоятельства ее жизни и, очевидно, общее состояние изменились, и в этом стихотворении она как-то так, возможно, ретроспективно оценивает их взаимоотношения. Стихотворение – это чрезвычайно простое, прозрачное по мысли. То, что равнозвучно и равнозначно, не должно быть разъединено. Таковы Елена и Ахиллес. Эти имена созвучны, и они равнозначимы для своих стран. Оба они характеризуются признаком превосходной степени. Лучший муж и сладостнейшая. Значит, они должны быть сопряжены, по мысли Цветаевой. Гомер же их не соединяет сюжетно, и миром степ наступает хаос. О единении героев тоскуют только природа и искусство. Об этом сказано в последней строфе. Прототипическим подтекстом стихотворения может быть созвучие имен Марина Цветаева и Борис Пастернак. Вот что здесь созвучно. Я выпишу только фонетической транскрипции эти созвучия. Вот. Марина Цветаева и Борис Пастернак. Вот мы видим их созвучие, да? Марина Цветаева, Борис Пастернак, да? Мы видим созвучие, да, гласных, редуцированных гласных под ударением, и мне кажется, эти два имени образуют подобную ритмическую структуру. Здесь только человек переставлен. Окончание. Очистительная символика. Нет, я не вижу. Цветаева и Пастернак. А, да, растительная символика, да. Еще к тому. В сюжете есть несколько противоречий. Есть идея о том, что существуют два мира. В том подобраны рифмы, и этот мир тоже должен строиться на созвучиях. Но так не происходит, и возникают катастрофы в этом мире. Поэт обвиняет Гомера, который построил этот мир не так, то есть развел Елену и Ахиллеса. Но тут же Гомер оказывается не творцом, а певцом, который только передает легенду о неверности жен и горящей трон. Вот. Вместе с тем, если не было бы этой разрозненной пары, то не было бы и сюжета гомеровской поэмы «Горящей трон» и «Неверности жен». С этой точки зрения Гомер не разрушитель, а созидатель. Потому что поэма есть нечто созданное, это не хаос, а космос. Но Цветаева об этом ничего не говорит. Также она не говорит о том, что у Гомера есть другая пара в легенде. Это Елена и Менелай,
гораздо более созвучные имена. Второе противоречие, которое бросается в глаза, на мой взгляд, то, что Гомер был слепым, но не глухим, а Цветаева говорит, он не увидел рифму. Это есть аксиома, потому что рифму не нужно видеть, их нужно слышать. И Гомер это мог бы услышать. Ну, можно не упоминать о том, что Гомер вообще-то жил в безрифменную эпоху. Здесь это не так важно. Кроме того, Цветаева не имеет в виду рифму для глаза, которую как раз нужно было видеть. Но Елена и Ахиллес не являются рифмой для глаза, и во всем стихотворении Цветаевой нет подобных рифм. Свой тезис Цветаева разворачивает риторически и чисто стихотворно, стараясь убедить читателя в своей логике. Прежде всего, она убеждает повторами. Эти повторы легко можно заметить. Так, Гомер сначала назван слепцом, затем это повторено метафорически. На бровях ночь, потом метафора разворачивается. Ночь – это рапсодов плащ, который и очи закрывает завесы. Дальше есть такой повтор, скажем, рифмы в ми несем, если их разъединить, дрогнет этот мир. Через несколько строк рифмы в мире том, и это антоним по отношению к всем. Да. Ранее уже подобранные, это содержит в себе новую информацию по отношению к уже сказанному. Если их разведешь, это синоним к разъединишь, рухнет, рухнет синоним к дрогнет, намечена градация. Дальше есть еще и другие повторы, скажем, в строках построен на созвучиях мир и разъединен мстит. Рифмы названы созвучиями, это тоже синонимы. Подобранные заменено на построен, это новая информация. Говорится о том, что мир построен. Разъединишь, разведешь предыдущих строк, повторяются в слове разъединен, это тавтология. Цепочка дрогнет, рухнет, получает новое звено мстит. Градация продолжается. Разъединил звук, метафорически повторяется в сочетании «рассорил клад», потому что звук есть клад. Двустрочие «Елена Ахиллес», звук «назови созвучным» и повтор своеобразный в конце уже «Елена Ахиллес», «разрозненная пара», связаны тоже тавтологией, а потом антонимией, контрастом, который еще осложнен аксиомом. «Разрозненная пара» — да, это аксиом. Риторика Цветаевой использует многозначность и амонимию, на которых она играет всячески. Прежде всего, она разводит значение одинаково звучащего. Стихотворение актуализует следующие значения многозначных слов. У рифмы здесь три значения. Это, во-первых, созвучие в стихе, во-вторых, всякое созвучие вообще, и, в-третьих, хорошее, удачное сочетание, как говорят, одно рифмует с другим, в смысле хорошо сочетается, хорошо соотносится. Слово «слепец» использовано тоже в двух значениях. В прямом «незрячий» и в переносном «глупец». Созвучие означает «подобное по звуку» и, возможно, «ассонанс» как стиховический термин. «Согласие» у Цветаевой – это договор и, возможно, также здесь использовано значение «консонанс», тоже как стиховический термин. Разнозвучное и разнозначное Цветаева, наоборот, пытается объединить. Здесь она пользуется несколькими приемами. Приемом контраста и сюжета. По ходу развертывания лирической темы одно сменяется другим, превращается в иное. На место хаоса приходит мир, который потом рушится, то есть снова превращается в хаос. Гомер, слепец, зрячий, такого не сделал бы. Вот, хотя она хотела сказать не глухой, он превращается в глухого. Клад становится рухлядью. Мир построен и тут же разрушен. Созвучие, на котором стоит мир, подменяют на согласие. И здесь выходит, что звук
не то же, что глаз. Здесь у Цветаевой мы наблюдаем оказиональное разрушение синонимии. Да? Созвучие согласия в общем синониме, но у нее это разные вещи. Муж и жена объединяются в созвучии Ахиллес и Елена, а также в чередовании мужских и женских мифов, которое выстраивает стихотворение, то есть моделирует тот идеальный мир, который должен быть построен по Цветаевой на созвучии. Наиболее важный для меня здесь прием объединения различного и разнородного – рифмовка и созвучие. Начать с того, что Цветаева мотивирует мир звуком, поскольку мир и рифма – созвучие, особенно если учесть французское «рим» – рифма. Мир построен на рифме. Действительно, если убрать рифму, французское «рим» из мира, слово, да, то мир как слово рухнет. Мир и французское «рим» сравнивается. В стихотворении Цветаевой рифма, как элемент стиха, соединяет разные мысли. В каком смысле? Она соединяет разные части речи. Рифма ее в высшей степени не грамматическая. Так существительные у нее рифмуют почти со всеми знаменательными частями речи. В одном месте глагол рифмует с прилагательным. Рифма объединяет разные корни, то есть рифма у нее богатая, корневая. Здесь есть исключение с липцом том, всем с липцом, созвучим созвучих. Рифма объединяет разные морфемы и, соответственно, разные грамматические формы. Только одно есть исключение – завесы Ахиллесом, где рифмуют оба раза творительный падеж. Наконец, разные фонемы объединяются рифмой. Вот. Как это очень часто бывает с неточными рифмами. Теперь разберем поближе. Посмотрим на цветаевские мужские и женские рифмы. Мужские вот, можете посмотреть в таблицу 1. Где выписаны все рифмы, мужские и женские. Вот. По первому столбцу этой таблицы легко можно заметить, что мужская рифма точная. Здесь только одно исключение. Мужт – муж. Опорных согласных в мужских рифмах нет, но все опорные близко звучные, кроме разъединен жен. Так, например, рифмуют сонорные сонорным, а Ахиллес в разрез. Не буду тут отдаваться в подробности. Действительно, близкозвучные рифмы, когда «ц» и «т» с липцом, «том», да, слитный «ц» рифмует «т», который входит в состав звука «ц». Женская же рифма, напротив, вся неточная, за исключением одной – кефары пара. Ее Жермунский бы назвал приблизительной рифмой, потому что здесь графика не соответствует произношению. Но фонетически это точная рифма. Она принадлежит последней строфе, в которой все окончания оказываются зарифмованными наиболее точно. Это соответствует содержанию четверостишия, где Елена и Ахиллес стали, наконец, парой, то есть призрачной. Любопытно, что и все остальные женские рифмы с несовпадением букв, которые обозначаются ударные гласные, фонетически точные. Неточность женских рифм создается за счет не гласных, а за счет согласных. Как известно, прежде всего из работ Гаспарова, здесь различается несколько типов. То есть несколько типов рифм, где не совпадают согласные. Могут не совпадать только конечные согласные. Таких рифм в нашем стихотворении два. Завесой Ахиллесом, строем троей. Затем могут не совпадать только внутренние интервокальные согласные. У нас один такой пример. Стайся, Спарки. Посмотрите, пожалуйста, в таблицу 2, где дана эта классификация. И есть смешанный тип. Не совпадают и внутренние, и конечные согласные в рифмующих словах. Цветаева предпочитает наиболее сложные несоответствия, когда после ударного гласного в обеих созвучных лексемах следует не один, а два согласных.
дрогнет, над дрогнет. Если не принимать во внимание конечный согласный, то и стайс с партой относится к этому же типу. Да? Вот РС и РТ, два согласных. Между чему относится стайс с партой? Ну, это тип, когда между ударным гласным и заударным находятся два несовпадающих согласных. Это стайся из парты, да. Это конечные гласные совпадают? Нет, я про согласные. Нет, я знаю, но вы сказали, что только согласные не совпадают, а гласные совпадают. Ну, понимаете, там очень сильная редукция. Стайся из парты. Там. Нет, либо стайся, она говорит. Ну, там, да, редукции может... там нету, стайся. Нет, мы же мы говорим о редукции гласных. Да. Там находится сильное редуцирование. В заударной позиции, в общем, этот гласный вот, произносится практически одинаково. Различие происходит от того, что у нас сначала он перед мягким идет, да, после мягкого си. Ну вот. А там после твердого. Да. Но если брать только гласный, с точки зрения московских фонетистов, там вот очень близкий звук. Но, конечно, согласные носят аберрацию. Но я сейчас разбираю именно несовпадение разных согласных. Нет, это мне только интересно. Вот. Итак, еще... полезно обратить внимание на то, нет ли совпадений вот между этими интервокальными согласными. Оказывается, что такие совпадения есть. Вот. При этом, то есть какой-то один из согласных совпадает. Да? У Цветаевой это из четырех вот этих рифменных пар. Первый согласный чаще совпадает, да, старься с партой, РР, да, он подчеркнут, там созвучный, созвучный тоже, Ч совпадает, и рухлить, рухнет, там Х совпадает. В одном случае совпадает второй из двух согласных. По подсчетам Гаспарова, из всех неточных интервокальных рифм наибольшая доля, 40%, у Цветаевой приходится на рифмы с двумя согласными между гласными. То есть вот как раз на эти типы. А в нашем стихотворении получается так, что все интервокальные рифмы 100%, а не 40%, только такие. То есть это наиболее сложные, наиболее заметные, максимально неточные рифмы. Помни о том, что гласные в рифмующих словах фонетически подобны, а согласные, наоборот, расподавляются, можно сделать вывод о том, что рифма в этом стихотворении в основном ассонансная. Как это соотносится с тем, о чем говорится в тексте? Построен на созвучьях мир и разъединен, мстит на согласиях строен. Созвучие – это ассонанс, согласие – консонанс. Елена и Ахиллес связаны главным образом своими гласными. Это ассонанс. И Цветаева связывает строчки своего стихотворения тоже ассонансами. Не только пренебрегая согласными в ритме, но нарочно показывая, что они не согласуются, диссонируют, не подходят в качестве строительного материала. Однако демонстрирует это Цветаева только в пространстве женских и неточных интервокальных рифм. Мужские рифмы, как мы видели, точные, даже богатые, значит, поэт лишь отчасти пользуется скрытыми в терминах согласия и созвучия предпосылками для автометаописания. Более того, заявив, что опасно строить мир на согласиях, Цветаева, тем не менее, строит рифмовку своего стихотворения на согласных тоже. Мы наблюдаем здесь то, что Жермонский называл компенсацией неточности рифмы ее левизной. Эти слова, значит, простите, вот посмотрим, как используются согласные. Рифмующих словах. У Цветаевой в неточных рифмах то совпадает один опорный согласный, например, дрогнет над бровных,
то два опорных согласных строен троей. В двух рифмах совпадает все слово от рифмующего гласного влево до его начала. Созвучный в созвучьях и рухнет рухник. А рифма «Ставься с парты» имеет более сложные звуковые переклички. Эти рифмы выписаны внизу распечаток под заголовком «Компенсация рифм». Наблюдение над рифмой Маяковского заставило Жермунского сделать такое заключение. Как бы намечается новая система рифмовки, в которой организующие ритмические ряды повтор рифма располагаются по обе стороны ударной гласной. С точки зрения стилистической, такие рифмы, приближающиеся к амонимическим, производят впечатление каламбурной рифмы, напоминая полународный комический стих. Конец цитаты из Жермунского. Данный вывод прекрасно соотносится с особенностями Цветаевской рифмы в нашем стихотворении. Я уже говорила о том, что Цветаева играет амонимическими значениями слов, а теперь мы увидели, что она рифмою, подобным звучанием, соединяет то, что расходится по значению, то есть создает каламбур. А фольклорные истоки каламбурной рифмы для Цветаевой может быть даже более вероятны, чем для Маяковского. Возвращаясь к основной мысли стихотворения, что созвучное должно быть и совместным, я бы сказала, что Цветаева доказывает эту идею в том числе при помощи каламбура в рифме, то есть она прибегает к логике каламбура. В названии своего доклада я использовала понятие «минус приема», то, что Барт называл ее «декрезеро». Это значимое отсутствие признака. Я уже говорила, что Цветаева никак не использует рифмы для слуха и рифмы для глаза, хотя упоминание псевдоглухого Гомера могло бы спровоцировать ее на подобную игру. Мы видели, что она лишь отчасти самой рифмы изображает предпочтение созвучий согласия, так как согласные в ее рифмовке играют тоже существенную роль. Посмотрим теперь, не отражается ли на способах рифмования сущность самой рифмы, идея связывания чего-то различного, не совпадающего по мысли. Цветаева пишет стихотворение о разрозненной паре. Пытается ли она это показать самой рифмовкой? То есть, разъединяет ли она как-нибудь рифму? Разводит ли ее? Пожалуй, да. Во-первых, это достаточно банально, она разъединяет женские рифмы, разве что тем, что чередует их с мужскими. Но это совершенно обычное действительно дело. Другое дело, что этот альтернанс издавна метафорически игриво переосмыслялся в эротическом ключе. Думаю, что Цветаева не могла этого не учитывать. Строфу она начинает нетрадиционно, не с женского, а с мужского окончания. То есть, когда ударение падает на последний слог. Не говорит ли это о еще одном минус приеме, об отвергнутых Александренах, александрийском стихе с парной рифмовкой? В русской традиции это шестистопный дам. Ведь она могла бы изначально объединить стихи по два. И тогда графика была бы такова. Есть рифмы в мире сём, разъединишь и дрогнет. Первая строка. Гомер, ты был слепцом, ночь на буграх над гробных. Вторая строка. Тогда стихотворение состояло бы сплошь из женских рифм. А мужские рифмы входили бы внутрь женских стихов. Но она разъединяет строки, соответственно, рифмы и окончания, как бы разрывает стих. Мужское окончание, оказываясь посредине таких строчек, разделяет, разводит эти строчки. Другой аргумент такой интерпретации – желание Цветаевой рифмы смежной, парной. Она все-таки пишет стихотворение о паре, Ахиллес и Елена. Вот еще одна практически упущенная возможность для автометаописания. Парными рифмами написать стихи о любовной паре. Эта возможность реализуется при нашей искусственной разбивке, так как на конце длинных стихов оказываются рифмы женские, неточные, именно они и ощущаются сильнее, как рифма. Мужские же стихи, при нашей разбивке это будет полустишие, оканчиваются обычными точными рифмами и потому могут быть менее ощутимы. Наконец, созвучные имена Ахиллеса и Елены Цветаева сама не рифмует нигде.
Они для нее и рифма, и слова, как писал Кенигсберг, в собственной номинативной и синтаксиологической функции. Не случайно она говорит, что нужно в рифме. Она будто бы хочет рифму из парадигматики перевести в синтагматический план. Рифма подчеркивает контраст и неравенство смыслов рифмующих слов и в то же время задает равнозначность обоих рифмующих стихов. При этом рифмующие слова принадлежат все-таки разным стихам. Они никогда не бывают вместе. Цветаева же их ставит рядом. Елена Ахиллес достаточно настойчиво, три раза они оказываются вместе в трех строчках. То есть она делает их смежными и пишет стихотворение об этой рифме и о размежевании. В заключение я позволю себе высказать предположение комментаторского характера. Цветаева написала это стихотворение в 1924 году, а в 1923 вышли в свет очень важные исследования по рифме. Эта книга Жермунского «Рифма. Ее история и теория» подписана была в печать 1 октября. Книга Якобсона о чешском стихе, которая содержала анализ чешской рифмы и некоторые замечания о рифме русской, а также менее известная статья Максима Кенигсберга «Заметки о рифме», которая была опубликована в машинописном журнале «Гермес» в сентябре того же 23 года. Конечно, Цветаева могла ничего об этом не знать. Но как раз в ноябре 23 года она едва ли не каждый день виделась с Романом Якобсоном в Праге. Об этом вспоминает Берберова. Вот. И Якобсон, в общем-то, мог бы сообщить ей не только свои идеи относительно рифмы, но и рассказать, например, о книге Жермунского. А от общих знакомых Цветаева могла бы, в принципе, узнать и о журнале «Гермес». Само по себе наличие этих работ могло послужить каким-то импульсом к созданию стихов о рифме. Если Якобсон предложил фонологический подход к стиху и к рифме тоже, Кенигсберг – семиотический подход, Жермунский – исторический и филологический, собственно, то Цветаева отстаивает подход символический и семантический. Во всяком случае, можно разглядеть даже некоторую полемическую направленность нашего стихотворения относительно рассуждений Якобсона в книге о Хлебникове, более ранее, 21 года, где он выстраивает эволюцию русской рифмы в сторону эмансипации ее звуковой валентности от смысловой связи. Это цитата была из Якобсона. Якобсон утверждает, что современная поэзия уже далеко ушла от того первоначального состояния, когда, цитирую, рифмующие слова прежде всего связаны, сопоставлены в смысловом отношении. Конец цитаты. А Цветаева пишет стихотворение, которое опровергает эту мысль. Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Марина, простите, может быть, я это просто прослушала. Четвертое сопоставление Елены и Ахиллеса, хотя не точно, Елена, Ахиллес – лучший муж. Елена и Ахиллес, Ахиллес, Елена – предпоследний строфе. И что вы хотите сказать? Я еще хочу сказать, что четыре есть. Раза Елена и Ахиллес. Да, спасибо, это я не говорю. Кроме того, Елена ведь с пустым придыханием. Да. Поэтому с Ахиллесом еще чувствуется ха. Я не знаю, вы сказали это я или нет. Я этого не говорила, но я упомянула еще Елену и Минилай, которая не менее созвучна. Но здесь даха тоже играет. Спасибо. Пожалуйста. Марина, я не знаю, как это было в начале 20 века. В конце 18-го, начале 19 века было буквально уже на уровне школьных учебников распространено мнение о том, что Гомер, Амир, в некоторых греческих диалектах, собственно, значит слепец, и так именовали странствующих слепых рапсодов. Это пробралось, в частности, в примечании коллеги Мельвуа Гомер, и чуть ли не к батюшковскому спору Гомера с Гесиодом. То есть это работает на твою идею, да? Гомер-то был слепец, это тот самый каламбур,
Гомер, ты был Гомер, то есть слепец, ты был Гомер. Рапсод, ты был слепец. А когда рифмуется начало строки и конец строки. Но ну, это я уже... Я не знаю про эту традицию. Это тоже была игра слов такая? Да. Нет, просто утверждали, что Гомер, собственно говоря, есть не имя не собственное, а нарицательное. Что да, это означает... Да, что оно означает. Оно нарицательное, но означает несколько. Да, я решительно не... Да, гимназии учили по-другому. Но в гимназии учили, что Гомер есть слепец. Нет, в гимназии учили как раз по-другому. А в начале Гесиода это явно тот, кто прилаживает. Здесь, собственно, слово «Гомер» вначале Гесиода употребляется. Ну, да, я в данном случае я говорю только о поэтической традиции, о него, о батюшкове, которые как раз выросли в сознании, что это и есть... Что это могло означать слепец. Что это именно на некоторых диалектах означало слепец, и что, в сущности, мы и имени его не знаем, это только прозвище, которое до нас дошло. Тогда, когда рифмуется начало и конец строки, одно и то же. Спасибо. Вы говорили, не то, что майор, а вот так сумарум, что глухой слепец. Да, это я сказала. Я не слышала. Еще, пожалуйста. Я не буду просто все устали, но только один вопрос. Точный рифма, мягкий согласный и твердый согласный, это считается точной рифмой, стать спарды. Но вообще-то по московскому произношению ся должно быть твердым. Знаете, вот по такой классической стиховической традиции это нужно считать рифмой приблизительной. Ну. Значит, приблизительными рифмами называются рифмы, в которых заударные, не ударные, а уже заударные и гласные пишутся по-разному. Они по-разному произносятся. Да, они могут одинаково произноситься, могут по-разному произноситься. Да. Все равно стиховеды со времен Жермонского это называют рифмой приблизительными. Вот. А то есть мы можем как-то для себя решить, все же, на что мы ориентируемся, на фонетику. Понятно, или да. На еще и график. Тут, поскольку она в письме писала, это нам нравится. А в каком, Нина, Ахиллес и Елена сочетались на острове Левка в Дунае? Да, у кого это я забыла? Сама же. Забыла. Это Филострата был, герой. Не помню. Сама же ссылалась и забыла. В 16 году вышла книжечка Толстого вот, про Ивана. Да, Белый остров. Там было все собрано. Это тогда и читать ее. В принципе, эту книжку про. Знала она или нет. Они действительно сочинили вот в этом сюжете. Да. В некоторых комментариях Цветаевой это упоминается, о том, что, в общем, существовала еще такая легенда в античности. Но неизвестно, знала ли Цветаева это или нет. Цветаева это нашу-то. Гимназии не учили, вообще греческие не учили, но вот книжечка вот эта про... Да, это такое, широко известно. О, широко известно. Еще есть... Конечно, не связано с темой вашего доклада, просто кажется, тут есть какой-то на уровне семантики поэтического сюжета, какой-то забавный парадокс, такой временной, основанный на тавтологии. Знаете, Гомер совершенно напрасно разъединяет идеальное соединение Елены и Ахиллеса, которое было бы равно гармонии мировой. И именно этот разделенный, да, разодранный на части мир мстит ему, но чем он мстит? Он мстит, собственно, сюжетом гомеровского поэма. Да, он мстит, я сказала об этом. Вы сказали. В то же время это сюжет, как я о нем думала, он ее тоже изменит. Ну вот да, получается, больше поэтому. Это такое, я сказала об этом как о противоречии некой сюжета. Думаете, это противоречие сюжета?
Ну, я не знаю, как это еще объяснить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо нам всем.